В сети вот уже несколько недель обсуждают роман Ольги Бузовой и известного блогера-миллионника Давида Манукяна. Ольга и Давид часто публикуют совместные вайны и социальные видео, на которых отмечают, что их связывает только дружба. Однако пару уже несколько раз видели в Москве, и молодые люди не пытались скрывать свои чувства. Сейчас же стали известны новые подробности их отношений. По данным осведомленных источников, из-за зародившегося романа Бузова не хотела принимать участие в проекте «План Б», в котором она по сюжету ищет свою любовь в компании Тимура Батрутдинова. К слову, реалити до сих пор идет в эфире, поэтому, вероятно, Ольга и Давид пока не афишируют отношения. По некоторым источникам, Давид уже успел познакомить Ольгу с родителями. А также в сети появились фотографии, на которых отцы влюбленных общаются за одним столом. Сообщается, что встреча произошла в ноябре после московского концерта Бузовой. Кроме этого, известно, что пара уже съехалась. Недавно Ольга купила новую квартиру, в которой сейчас идет ремонт. Поэтому пока влюбленные живут на съемной жилплощади. А вот свои совместные видео они снимали в квартире мамы Давида, с которой, судя по всему, Ольга уже успела найти общий язык.